Привет, друзья! А этот рецепт для тех, кто не любит долго стоять у плиты. Быстро и очень вкусно. В чашку отправляем 250 мл кефира. Добавляем половину чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем. Далее любую колбасу, либо мясо. Сыр натертый на крупной терке. 300 грамм муки смешиваем с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Смешиваем все ингредиенты. Подготовленную массу отправляем в форму для запекания. Сверху оставшийся сыр и в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 15-20 минут. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!